Все, господа, время, уходим. А что, потому что недавно ветрянка переболела? Уважаемый оператор! Применение меры пресечения на более мягкую, чем домашний арест, об изменении установленных предпоказаний запретов отказать. С 1 февраля 2019 года совершение преступления предусмотрено частью 14. Новый год только недавно прошел, и всем, конечно же, в зале хотелось продолжения чуда, хотелось каких-то позитивных изменений. Мы их сегодня не дождались, увы. Сегодня продлили меру пресечения всем фигурантам дела «Баринг-Восток».